Лепсищорса и Производственная – одни из самых опасных улиц города. Так считают сами кировчане. В Вятском госуниверситете подвели итоги опроса, насколько Киров – современный, комфортный и безопасный город для жизни. Вопросы были разной направленности. Один из них касался безопасности на дорогах. Только 8,5% кировчан считают, что на проезжих частях все хорошо. Но больше 40% безопасностью на дорогах очень недовольны. В частности, в топ опасных улиц вошли 8 названий, в их числе даже Комсомольская, которая частично перекрыта в последнее время. Небезопасны дороги, по мнению кировчан, по нескольким причинам. Из-за некорректного поведения водителей и пешеходов, из-за сугробов на обочинах, пробок и отсутствия переходов.